Состязание на меткость прошло в региональном МВД. Офицеры проверяли свои навыки в стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия. На огневой рубеж вышли 26 начальников отделов и пунктов полиции. На то, чтобы достать пистолет Макарова из кобуры и сделать 4 выстрела, соблюдая все установленные правила, у полицейских было не больше 10 секунд. Лучшим стрелком из пистолета Макарова стал начальник пункта полиции номер 19 из Ильинского-Хованского Николай Коровкин. За 4 выстрела он набрал 39 очков. Второй результат на соревнованиях показал начальник Южского отдела Андрей Неганов. Третье место начальнику МВД России по Советскому району города Иваново Николай Прутков. Начальник регионального МВД наградил победителей дипломами. Такие проверки районные руководители проходят дважды в год. Следующие соревнования состоятся в декабре.